Большой праздник в честь Дня Знаний развернулся на территории регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» во Владивостоке. Познавательные и развлекательные мероприятия здесь организовали специально для детей, чьи родители встали на защиту Родины. Для них организованы мастер-классы. Чуть попозже подвезут мастер выжигания. Мастер-классы будут выжигания. Епархия поможет нам тоже в организации этого праздника, помогает, и они привезут мастер-класс выжигания. Чуть позже у нас организованы выпекание вафель. То есть тоже для деточек будут пробовать, будут пытаться выпекать вафельки. Также вот представлены плетение сетей, разукрасочки. Ну и также, пока детки у нас бегают, они все любят перекусить на ходу, мы организовали, как я говорю, полевую кухню, чтобы покушали вафельки, попили сладкой водички. Для них вот праздник. Чуть более далее запланировано еще выступление собак с кинологами, с собаками. То есть будет здесь организовано такой мастер-класс, чтобы они посмотрели, погладили. Будут собаки максимально добродушные, чтобы детки погладили собак, познакомились с ними и поняли, что такое вот собаки для выполнения боевых задач. В организации праздника Госфонду помогали волонтеры общественных объединений Приморья. Это, конечно же, защита наших бойцов, потому что маскировочные сети, маск-халаты – это, безусловно, в первую очередь спасение их жизни. Они нас защищают, мы стараемся, конечно же, защитить их. И, безусловно, такие вещи, как сухие души, еще изготавливаем также и окопные свечи. Это гигиена, то есть в полевых, в боевых условиях, в условиях, когда и сырость, и жара, и все что угодно может быть, очень важно, чтобы ребята могли привести себя как-то в порядок и согреться, приготовить себе какую-то пищу с использованием окопных свечей, подогреть чай. Ну и также мы еще, кроме этого, изготавливают у наши волонтеры и нижнее белье, осуществляют пошив, балаклавы, то есть много направлений, скажем так, нашей деятельности, но сегодня мы вот представляем только три вида, скажем так, нашей работы. Для каждого из участников долг присутствовать на празднике и внести таким образом свой посильный вклад в великое дело победы. Это исключительно просто по велению сердца, которое, как правило, оно не зависит от того, есть ли там близкий человек или нет. То есть мы все жители, мы все граждане нашей страны, мы все просто любим нашу Россию. И, соответственно, для ее защиты, когда бойцы защищают нашу Родину, защищают нас, мы, естественно, считаем необходимым быть причастными к тому, что они делают, к тому великому труду и к той жертве, которую они приносят. Организацией мероприятия занимался Государственный фонд «Защитники Отечества». Его ключевая задача – помощь ветеранам спецопераций и их семьям во всех возникающих вопросах. Артем Белов, Диана Иванова, Новости на Восьмом.